Добрый день, дамы и господа. Вашему вниманию партисервис «Аннушка» предлагает новый рецепт, который называется «Кордон Блю». Но этот рецепт не совсем обычен, потому что «Кордон Блю» готовится обычно из телятины. В данной же ситуации мы хотим вам предложить приготовить его из мяса индейки. Для чего вам потребуется на одну порцию приблизительно от 170 до 250 грамм индейки, это филе индейки, также около 150 грамм муки, 3-4 яйца, которые нужно предварительно взбить, также панировочные сухари, несколько кусочков сыра, а также пармашин. Если вам не нравится копченый вкус, то вы можете заменить легко ее вареной шинкой. Также вам еще понадобится соль и перец. Итак, для того, чтобы сделать вам кордон блю, вам нужно правильно нарезать мясо. Для этого делается так называемый шметерлингшнит. Чтобы ваш кусочек мяса был наиболее большим. Затем его нужно будет отбить хорошенько. После того, как мясо отбили, его нужно слегка посолить. Поперчить. После чего вовнутрь складывается сыр и шинка. Нужно придать форму. После чего нужно этот кусочек мяса нужно будет нам запанировать. Классическая панировка, обычно для этого применяется мука, сначала мука, затем кусок мяса обмакивается в яйцо, и затем панируется в сухарях. Для того, чтобы панировочные сухари хорошо держались, нужно их хорошенько прижать, придавить. После того, как мы запанировали кусочек мяса, да, нам нужно будет предварительно раскалить сковороду с маслом и обжарить. Сильно это мясо обжаривать не нужно, довести только до золотистой корочки. После того, как мясо обжарено, его нужно вам поместить на какой-то противень и поставить в духовку приблизительно на 20 минут.